рады приветствовать вас на торжественном мероприятии, посвященном 105-й годовщине вашему профессиональному празднику «С днем социального работника». Вы тот передовой отряд, та команда, которая выполняет задачу, поставленную президентом и губернатором. С праздником, дорогие социальные работники, будьте здоровы. Самые главные компетенции, их две у работника социальной сферы. Это огромное-огромное большое доброе сердце и огромное-огромное душа, которая соприкасается со всеми проблемами и со всеми трудностями. Огромное спасибо от всех уровней власти и, конечно же, от той слаженной работы, которая многие годы в Министерстве социального развития оценивается на высоком уровне. Огнями рампы не подсвечен, не поэт. Аплодисменты не ему подмога. Он просто раздает тепло сердец. Ведь у него их два – свое и Бога.